Нальчикский «Спартак» сразился в Санкт-Петербурге с местным «Динамо». Накануне состоялся третий тур первенства футбольной национальной лиги. Игра прошла в равной борьбе. В конце второго тайма у нальчан появилась возможность открыть счет, но пенальти реализовать не удалось. В итоге ничья 0-0. Сейчас спартаковцы на 10-й строчке турнирной таблицы. Очередную встречу наша команда проведет дома. В ближайший вторник краснобелые принимают владикавказскую «Аланию». Ну, думаю, забивать надо. Ну, 11-метровый не забили, а Аверьянов раз не забил, два не забил. И при этом еще и могли и пропустить контратаку. Конечно, недовольны результатом. Должны были брать 3 очка.